семья – это важная составляющая часть общества. Праведная семья является залогом праведного общества. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал верующих к тому, чтобы они создавали семьи и воспитывали их в духе ислама. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей семье, а я лучший из вас, кто хорошо относится к своей семье». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, побуждает верующих к тому, чтобы они создавали семьи. И самое важное, это не просто создать семью, а создав семью, соблюдать все нормы и правила, установленные Всевышним Аллахом в семье, воспитание детей в духе ислама, для того, чтобы общество было праведным и здоровым. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал: «Тот, кто воспитает трех дочерей, воспитает их праведно, тот войдет в рай». У него спросили: «О посланник Аллаха, а есть ли двух дочерей?» Он сказал: «И двух дочерей также». Смысл из семьи заключается в том, чтобы вывести в общество праведных, воспитанных детей. Каждый мусульманин должен стараться создать семью. Создав семью, стараться выполнять свои обязательства перед семьей. Воспитать праведных детей. Ведь праведно воспитанные дети – это залог будущего праведного общества. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, чтобы Он дал каждому праведную семью, дал возможность воспитать наших детей в духе ислама и собрал нас всех в садах рая.